Моя любимая клумба. Покажу ее вам немножко поближе. Почему не посадила в этом году в землю? Честно скажу, не дошли руки. Пока все стоит в кашпо. Немножко погодя, пересажу все. А сейчас вот такой красоты хочу вам поделиться с вами. Могу налюбоваться. Очень красивая петуния. Я ее вырастила из семян. Называется она ампельная петуния Фрешбери от семена Партнер. Ну, вообще восторг, можно сказать. Здесь у меня тайдалы, черри, ретвелюр. Еще один ретвелюр. Ой, такой аж прям весь черный. Причерный. Недавно обрабатывала их от серой гнили препаратом Скор, потому что на улице у нас бесконечные дожди. Опера-малиновые жилки. Вообще что-то как-то в этом году перехвалила я свои малиновые жилки. Такая вот оперка. Беленькая моя. Ой, не знаю. Люблю ее, обожаю эту белую петунию. Больше всех на свете. И самую любимую, самую красивую. Это Трилоджи Парпл. Не знаю, красивее ее я петунии не видела. И поэтому показываю вам, пока они сейчас в таком шикарном состоянии. Потому что с нашей приморской, холодной, мокрой в этом году погодой не знаешь, чего и ожидать. Вот такие вот дела. Всем пока-пока.